Добрый вечер, дорогие наши телезрители, друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, хорошо вам известный. Здравствуйте, дорогой отец Олег. Добрый вечер. Отец Олег – настоятель храма святой священномученицы Варвары в поселке Рахья, храм находится. Сегодня мы будем говорить на очень важную и интересную тему. Как всегда, она будет такой простой. В чем нужно каяться? Тем более, что сейчас, в преддверии Великого Поста, эта тема очень важная и интересная, в том числе и для нас. И если у вас есть вопросы на эту тему, то, пожалуйста, звоните к нам в Петербург. Телефон 812, это код города, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Дорогой отец Олег, 10 дней остается до поста. 10 дней. Нам всегда казалось, что с прошлого поста, все очень так быстро пронеслось. Кто как меряет свою жизнь? Кто новыми годами, кто семестрами, кто неделями, кто какими-то своими мерилами. Но для православного христианина Великий пост и Пасха – это вот так вот мы и меряем. Но когда наступает этот пост, великий, слово-то какое, великий пост, то для каждого из нас возникает очень много вопросов, в том числе. Мы привыкли к слову, нужно покаяться. Исповедаться, покаяться, причаститься. Но в преддверии Великого Поста вопрос о том, как нужно каяться, стоит особо. И уж тем более очень конкретно возникает вопрос, а в чем нужно каяться? Глеб, вы всегда такие вопросы мне задаете, очень трудные, потому что этот вопрос, хотя как детский, да, вот спроси у ребенка, в чем тебе надо покаяться? Он, наверное, посмотрит, он тебя скажет, папа, я вроде сегодня все, конфеты на месте. Вот, конечно, этот вопрос звучит для меня всегда, ваш вопрос звучит как лично для меня. И я говорю всегда, что я готовлюсь к такой передаче, как к исповеди своей. И, конечно же, для меня покаяние, которое вернуло меня в лоно церкви, вернуло меня к отцу, и сейчас идет неделя о блудном сыне, как раз очень вовремя, закрыть эту неделю именно этим покаянием сына, который возвращается к отцу. Сколько длится это его возвращение? Сколько длится его выход из той свинной жизни со свиньями и так далее? Мы об этом не можем представить. У нас нет календаря его выхода из того состояния, прихода к отцу. Но это, возможно, вся жизнь. Это, возможно, мгновение. Это может быть, как у апостола Павла, встретив Христа и получив прощение. И поэтому у каждого человека свой этот ход, своя Via Dolorosa, свой крестный ход, по которому он идет. Но вот в чем каяться? Здесь, конечно, сразу всплывает в память тысячи наименований грехов, которые есть и в православных книгах, таких вот, как подготовиться к исповеди. И на вечерних молитвах мы читаем по церковно-славянски такие грехи, которые нам даже в ум не могут подойти. Да? Мышеловинство. Да? И вот поэтому много анекдотов на эту тему есть, не будем сейчас веселить наших зрителей. Но начать надо бы, конечно, с того человека, кто первый согрешил, и представить себя на его месте. Потому что мы все Адам. А согрешил он вместе с Евой. И вот здесь рассмотреть надо, в чем же он согрешил. Для того, чтобы каяться в чем-то, надо понять, в чем ты согрешил. Любое покаяние – это, значит, осознание греха. Если я каюсь, значит, я знаю, что такое грех. И если я каюсь просто в каком-то в облаке, в таком в облачном таком
призыве, потому что это делают все, покаяние будет являться просто таким, ну, галочкой в моей жизни и так далее. Поэтому мы должны вспомнить, в чем же согрешил Адам. Ну, а здесь эта история очень древняя, и ее уже переложили на... И даже в мультфильмы есть, поэтому здесь, да, про грехопадение Адама есть мультфильмы детские, они есть хорошие, православные мультфильмы. Детям, когда деткам рассказываешь и показываешь, им очень интересно посмотреть визуальную сторону этого процесса. Интересно. Как же это происходило на самом деле? У детей психология, она игровая. Они все видят через форму, через призму игры, как бы это представление. Это у нас логика включается, мы логически вспоминаем, ага, в чем согрешил Адам. И начинаем судорожно вспоминать, какой он съел плод. Яблоко, апельсин или грейпфрут. Яблоко, потому что на одном из телефонов там просто, и поэтому православным людям нельзя пользоваться этим телефоном. Да, не будем называть эту фирму. Конечно же, тогда надо вычеркнуть еще одну сказку из нашей истории. Сказка, где Баба-Яга гадает на яблочке. Да, где, да. То есть и такая история. Давайте вернемся все-таки к Адаму, который согрешил вместе с Евой, и посмотрим, в чем бы он мог покаяться. И раз он согрешил, а согрешил он очень серьезно, потому что у него были последствия грехопадения, и он о них знал. Он сознательно пошел на грех. Это не просто, как иногда девушки говорят, когда они что-то делают неправильно, или там, ой, как странно, как весело, интересно получилось. То есть для них любое проявление, даже если, может быть, это какой-то неправильной жизни, оказывается, вот так делать нельзя. Ну, это как из истории просто веселых и находчивых. А вот если рассмотреть глубоко на грехопадение Адама и Евы, то мы видим просто это сильнейший просто разрыв. Это просто это развод. Это развод с таким грохотом, с таким дверью хлопанием, что просто вселенная вздрогнула. Ведь это просто такой образ. Ну, съел там яблочко, да, ну что ж это такое? Ну вот и ты попробуй. Это же просто визуальное такое видение. И люди, конечно, ну ничего страшного, ну подумаешь, в пост я там поем. Ну это ж как бы ни о чем. Вот посмотреть глубину того разрыва с тем, кто тебя сотворил, с тем, кто тебя любит, с тем, кто дал тебе жизнь. И вот здесь мы вспоминаем как раз притчу о блудном сыне, который говорит: «Я ухожу от тебя, отец». Он ушел не потому, что было скучно или там как-то, может быть, даже скучно, кстати. Я вот, он уходит, потому что он так захотел, это своеволие. Но он же не просто ушел. Он еще взял с собой, потребовал часть наследства. Да, так и человек, так и Адам, он ведь не просто ушел, он ушел, его же не просто он умер сразу. Если бы он умер сразу, он получил бы сразу же как бы воздаяние за грех. Да, но он взял еще жизнь, взял дыхание Божие, которое его животворящая душа, он взял продолжение рода, он взял благословение еще на то первое Евангелие, которое Бог дал в раю Адаме и Еве. И вот с этим, вот с этим грузом и вроде бы и благословение на возврат в рай, это ведь о чем говорит? Это о том, что отец его ждал. Вопрос: «Адам, ты где?» На него надо ответить. Каждому из нас надо ответить: «Где я?» Потому что вопрос будет звучать как раз сейчас именно в этом. «Где я сейчас? Вернулся ли я? Или собираюсь? Или я еще пока отложил эту встречу? Или я еще пока не готов к этой встрече?» Ведь что такое встреча с отцом? Это смерть. Где ты, Адам? Это же удивительный совершенно вопрос, на который мы будем искать ответ, наверное, всю свою жизнь. Если будем искать его, это уже хорошо. Давайте мы ответим на вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Здравствуйте, Надежда. У меня такой вопрос. Начала читать с толкованием «Великий канон». И вот в понедельник, четвертая песня, стих такой. «Восприми, о душа моя,
деяние твоя, я же соделала, если помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, рцы содерзновением деяния и помышления Христу, и оправдайся». Что интересно, переводы разные. Один перевод пишут, что «открывай Христу свои дела и помышления и оправдайся». Другой перевод говорят «оправдайся Христом». Вот я прошу вообще пояснения вот этого стиха. Спасибо. Спасибо огромное. Ну вот начнем даже с перевода «оправдайся Христом». Это правильный перевод. Потому что мы не можем оправдаться пред Богом за свое грехопадение. Я имею в виду, что не мое личное, да, а и мое личное в том числе, конечно же. Но грехопадение Адама и всего человечества смог оправдать только Иисус Христос. Он оправдал человека, взяв наказание человеческое на себя. Он взял самое главное наказание страшное – это смерть, поругание. Должен был быть человек так наказан. Вот. Он должен был быть... Вот человек, Адам, он должен был бы пойти на смерть за Еву. Вот если бы он бы так прочувствовал, да, свою любовь к Еве, вот он должен сказать, да, Господи, это я виноват. Вот мы сейчас возвращаемся к вопросу, что бы сделал бы Адам, будучи он, зная наперед, чем бы закончилось его оправдание, то есть его покаяние. Вот он бы сказал бы, я, Господи, виноват. Но тогда бы дьявол сказал, раз он виноват, его надо наказать. Наказание – смерть. И он должен был куда идти? На крест. Скорее всего, он даже это предчувствовал, он понимал, что если сейчас он скажет «я виноват», его надо было бы распять. Адама нужно было распять за это наказание. Но он не был готов. Он по человеческой своей природе, он испугался, может быть, и свалил вину на Еву. На Бога. А, и на Бога тем более, да. И на Бога, и на Еву. Ты мне дал ее. Да. И вот здесь как раз стоится это таинство покаяния. Вот в чем же кается? Вот это такая трудный вопрос. Приходя к исповеди, однажды я исповедовался удивительному священнику, который сейчас служит на Афоне. Он был в нашей епархии. Удивительный священник, сейчас он отец Арсений. И вот я долго ему исповедовался, взял там все эти грехи, которые написаны, я их всех перечислил. Он стоит, ждет. Я как бы уже все перечислил, он и тишина. Он такой, все? Я говорю, а что-то еще есть? Он говорит, а ты подумал, откуда вот это все у тебя? Я говорю, ну потому что я грешен. Нет. В чем причина твоих грехов? И вот здесь я задумался, а вот почему я грешу? Что меня тянет к греху? Какая сила повелевает моей волей? Ведь я вправе не грешить. Вправе я не грешить? Вправе. Ведь если я могу разделять добро от зла, значит, я могу знать, чем кончается грех. Он кончается моей смертью. А если я стараюсь не грешить и стараюсь перейти в другое состояние, да, отношение к греху, тогда я, получается, борюсь с ним. А почему я это не делаю? Вот этот вопрос как раз он мне ответил. Он говорит, взгляни на свое отношение с Богом. Я говорю, а какое у меня отношение с Богом? А у тебя, говорит, ты его не любишь. Если бы, говорит, ты бы любил Бога всем сердцем, всем своей душой, всем своим существом, ты бы вот это все, что вот этот весь паровоз, мне, который ты мне привез сюда, ты бы его не перечислял бы. Максимум бы там телесные какие-то грехи, что-то еще, а вот этого бы не было, потому что ты не исполняешь первые заповеди. А все остальное – это последствия нарушения первой заповеди. Это произошло и с Адамом. Он, нарушив эту заповедь любви к Богу, получил наследство не только смерть, но и в тело жало это смерти и вот эти страстные желательные функции, которые делятся, опять же, на две категории – телесные страсти и духовные страсти, душевные. А об этом нам говорят святые отцы, они четко проследили. У нас есть учебник о страстях.
и как, с какой страстью бороться, где они переплетаются, как они параллельны, как они обладают над человеком, как одна страсть перетекает в другую. То есть это огромный труд. И кто же с ним будет его читать? Зачем? Это же надо работать, надо читать, надо понимать. Проще подойти к зубному врачу и сказать: у меня болят зубки. Врач скажет тебе: ну что ж, прощаю тебе твою болезнь, иди. И ты уходишь с больными зубами. Да. А ведь надо лечить зубы, ведь надо понять причину, ведь надо понять, от чего у меня зубы болят, ведь надо это рассказать, что я вчера съел килограмм конфет, покурил, выпил, закусил, там, и вот это у меня зубы не чищу и так далее. Я должен показать причину болезни. Грех – это болезнь. И тогда ты начинаешь получать исцеление. Ведь церковь – это что такое? Это ведь врачебница. Душу телес. Мы приходим на исповедь именно в таком понимании, что я иду к врачу. Я иду показать ему свои раны. Я иду показать ему свою боль, которая находится во мне. И тогда, если я это вижу и об этом не просто рассказываю, не просто говорю, я больной человек, а священнику говорю о своих падениях и о желании их исправить, тогда у священника есть рецепты, как у врача. Он пишет: поклончики, там, перейти на супчики, на там, питание нулевое там, и так далее. То есть с каждой страстью можно бороться. И она есть лекарство от этих страстей. Вот тогда начинаешь исцеляться и понимать, в чем тебе и каяться, и что тебе нужно принять. Интересно. Ну, на эту тему сейчас поговорим сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Белгород. Здравствуйте, Евгений. Вот у меня в Евангелии Христос все время говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот мне интересно, что он имел в виду под этим? Потому что есть два примера, вот я вам скажу, там в Евангелии. Юноша богатый и Закхей. Вот юноша вроде как сказать исповедовался. А когда Христос ему предложил как раз покаяться, чем это кончилось, мы все знаем. А Закхей ничего не рассказывал о своих грехах. Он сказал, что он будет делать конкретно что-то. И Христос его похвалил. Мы можем всю жизнь рассказывать о своих грехах, плакать на всеуслышание, собрать всю толпу людей. Но если мы ничего конкретного не делаем, то это будет просто словоблудие. Но покаяния не будет. Так в чем же суть покаяния? Хороший вопрос. В чем суть покаяния? Спасибо огромное за вопрос. Вы абсолютно правильно здесь заметили о покаянии Закхея делами. Закхей, увидев всю свою жизнь, ту, которую он прожил до Христа, и при встрече со Христом, как со светом жизни, этот свет осиял его жизнь. Он увидел всю наготу, всю некрасивость этой жизни. Сколько он раз обманывал, сколько он кого-то кидал, где-то откаты, где-то чего-то. Он это все увидел в себе и ужаснулся. Но увидев лицо Христа, он воскликнул. Мы помним эти слова. «Я раздам полымени нищим. Я в четверо раздам тем, кого чем-то обидел, у кого что-то вынудил». Он понимал, что пришла расплата. И это не то, что ему это было в убыток. Он готов был все отдать. Практически, наверное, все и отдал, чтобы только получить прощение. И он его получил. Потому что в конце Христос говорит, что и к нему пришло спасение, ибо он сын Авраамов. Вот. А с юношей там было немножко по-другому, конечно же. Юноша ему не спалился, он рассказал ему просто о том, что он исполняет заповеди. Но при этом Господь ему сказал, что если ты хочешь стать совершенным, возьми крест. В то время крест взять, это же страшная казнь. Представляете, сказать, возьми, что это такое, то, что тебя убьет. Возьми то, что, на чем ты будешь распят. И следуй за мной. Он тогда уже проповедовал крест. Он уже тогда, он знал об этом, Христос, что будет распят на кресте. Поэтому он уже потихоньку людей готовил к этому ношению креста. И спросил у него: готов ли ты пойти за мной, раздав все свое имущество? Ну, естественно, богатство, о котором стал сожалеть юноша, оно не дало возможности ему пойти за Христом. Хотя он был близок к тому, чтобы стать апостолом.
Ну, а при этом он стал именно таким сожалеющим, сочувствующим пока. Евангелие умалчивает о его будущей жизни, но мы все равно знаем, что его сердце было близко ко Христу. Христос его как бы приветил этим. Вот, поэтому я думаю, что покаяние должно обязательно сопровождаться делами. Пока невозможно человека обидеть и потом сказать, ну, ты меня прости, или отнять у него что-нибудь. Да? Я вот недавно с детьми разговаривал, говорю о покаянии. Ну, как вот можно сказать, ты если забрал у кого-то человека яблоко, да, отнял или там просто стащил там, у него, ну, тебе очень захотелось. Я говорю, ну, прости меня. Да, яблоко, да. То есть жалко, что у тебя не было второго яблока. Ну, вот. Ты должен возместить. Хотя это и ветхий закон, да, то есть, но человек должен тебя простить. Ведь пока человек на тебя что-то имеет, ты даже Богу-то можешь молиться, не молиться, не примет Господь твою молитву. Пойди прежде примирись с братом твоим, когда идешь вот, нести дар, несешь жертву Богу, а у тебя там кто-то тебе должен там 100 рублей, и ты никак просить ему не можешь 100 долларов там, или что-то еще. Идешь там, ну ничего там, и так далее. Пока ты с ним не примиришься, пока ты не простишь его, дары твои хоть бесполезны, хоть что там сделай. Не проявил любовь к тебе, не видать любви, как своих ушей. Закхеем тоже интересная все-таки история еще. Ведь для того, чтобы человек был маленького роста, человек для того, чтобы увидеть Христа, залез на дерево. То есть это же тоже удивительная совершенно вещь. То есть настолько все... Знаете, мне это еще что напоминает. Это притча о благоразумном разбойнике. Ведь, понимаете, он же тоже... Закхей залез на дерево для того, чтобы увидеть Христа, о котором он... Хорошее сравнение. Понимаете? То есть это же тоже удивительная совершенно вещь. Дерево всегда присутствует в познавании Христа, да. Да, и здесь вот как раз у нас и получается такая интересная штука. Когда мы говорим о том, в чем нужно каяться, каждый раз, когда мы думаем, слышим евангельское повествование, притчи. И вот мы всегда понимаем. Вот там всегда Христос говорит, вот как нужно жить и так далее. Но мы живем вопреки. Вы знаете, вот как это удивительная вещь? Как-то вот вопреки живем. И поэтому, когда мы приходим, уж, наверное, столько исповедей приняли, что просто, я не знаю, там тысячи, десятки тысяч. И вот люди к вам приходят и о чем-то вам говорят, о чем-то каются. И говорят о том, что вот я там такой-то и такой-то, и я вот это и это. И вот если бы все это вот слышать, и, наверное, после этого, казалось бы, все ужасно, потому что вот люди какие злые, какие ужасные, какие кошмарные. Но вот в ваших-то глазах все равно радость... Почему? Священник как рыбак. И ловим мы не чистые, красивые мысли людей, там, их поступки благие и так далее. Мы как раз вылавливаем из этой воды это грязное бельишко. Я себя сравниваю всегда с порошком Тайд. Порошок Тайд? Интересно. Стираю. Не я лично, да, это та благодать, которая дана священнику, это эпитрахиль, которую мы носим, она является прообразом вод иорданских. Входя под нее, человек дает обещание Богу, как когда-то люди шли за исповедью к Иоанну Крестителю, и он, опуская их в Иорданское море, да, реку, он опускал их с прощением их грехов. То есть это прообраз того, что из воды, из этой петрохили выходит новый человек. Это прообраз даже крещения, потому что покаяние является вторым крещением. Не просто омытием воды. Иногда человек омывает воду, даже вот при крещении он не понимает сути, ничего. Происходит просто такое воздействие такое, да, на него. Он радостный и так далее. Но он не понимает всей глубины этого. И тогда потом уже покаяние будет для него являться, как это для меня. Меня крестили в детстве, я не помню этого счастья, этого преображения. Я все мечтал
креститься еще раз. Я пошел к батюшке, говорю, вы знаете, я не помню, чтобы меня крестили. Крестите меня, пожалуйста, еще раз. Я очень хочу быть крещенным по-настоящему, полным погружением, так, чтобы прочувствовать всю смерть свою, чтобы я погрузился в воды, и чтобы я умер там, понимаете, со Христом, чтобы умереть и выйти из воды новым человеком. Я это очень хочу. Но священник, в принципе, говорит, ну, хорошо, если ты не помнишь, как бы, того, что тебя крестили, нет свидетелей, как бы, есть формула «а еще не крещен», то крещен, ну, и происходит формула крещения. Но потом я поразмыслил и взял Евангелие. Думаю, посоветуюсь я все-таки с Евангелием, я люблю с ним советоваться, все-таки там есть правильные мои мысли, не всегда мои мысли. И они далеки, может быть, от Бога. И вот открывая апостола Петра, послание к крещению, это обещание Богу чистой совести. Вот что такое крещение. То есть я должен просто сделать генеральную исповедь вот под этим, под этой петрохилью, такую исповедь сделать, чтобы умереть, чтобы все эти грехи эти были смыты с меня, как вот в этом, в таком покаянии с моими слезами. И прихожу к священнику, там духовный отец был, прихожу, спрашиваю, захожу к нему, знаете, я хотел бы второй раз креститься. Ну, то есть первый раз креститься я не помню. Он говорит, крещение – это не омытие, а это обещание Богу чистой совести. Я думаю, Боже мой. Вот и все совпало. То есть я понял, что мне нужно просто исповедь. Мне нужна настоящая исповедь, чтобы очистить себя от этой греховной, такой, знаете, вот как вот, вот в этой в машинке стиральной, чтобы прямо вот оттуда все вытянуло. Вот я понимаю, что вы сейчас отвечаете на этот вопрос. Но я еще раз вот хочу задать. Чистота исповеди, вот мы привыкли, в принципе, каяться в таком, наборе грехов. Ну, осуждаю, раздражаюсь, гордыня, осуждаю, и так далее. То есть, вот, в общем, в принципе, такой наборчик такой, обычный наборчик. Джентльменский наборчик. Потому что ведь я слышал и читал у отцов о том, что исповедоваться нужно в тех грехах, которые обличают меня. И вот здесь как раз у меня и самый главный вопрос. А как найти в себе те грехи, которые меня обличают? Я понимаю, ответ-то понятен. Задай себе вопрос и ответь на него. Но ведь иногда мы, знаете, бывает такая штука, что вот мы читаем, как нужно исповедоваться, и понимаем, что, давайте, как сделаем так, я буду каяться, я грешен во всем. Да, и это все. Формула общая, каюсь, грешен. Да, каюсь, грешен. И еще ко всему, после этого я еще не говорю, что имею волю каяться. Вы знаете, вот в такие давние времена, когда еще была индульгенция у католиков, у них было очень простое решение к этому вопросу. Был список грехов прямо у человека, и он, как бы подходя, там у них такие перегородочки, говорил о грехах, которые как бы он совершил. И сразу же счетчик включался, и против каждого греха он понимал, чем он должен этот грех загладить. Там. Ну, то есть эпитимия. Эпитимия, но она касалась финансовой, как бы такой. То есть можно было финансово, поклоны, можно было даже где-то, чтобы вместо тебя поклоны сделать. Да. То есть там был такой интересный целый список такой интересный. В принципе, такая, потом и отменили, естественно, потому что все-таки это попахивало таким, все-таки торговлей. В православном вероучении это прекрасная книга Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Да. Вот мы о ней можем поговорить. Великолепная книга. И она есть в каждой церковной лавке. Поэтому, конечно, о ней сейчас поговорим особенно. Но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, это Михаил из Чебоксара. Я звоню. Скажите, пожалуйста, батюшка, как вот можно
простить людей или человека, который тебе что-то плохое сделали. Вот иногда прощаешь их, ну, в душе, а потом опять возвращаешься к мыслям, что вот, ну, обида какая-то. Они даже не осознают, допустим, что там очень плохо, допустим, в жизни сделали. Спасибо большое. Михаил, спасибо за этот вопрос. Да, на этот вопрос есть ответ. Начните молиться за этого человека. Это ведь даже прямое указание. Молитесь за обидчиков ваших. Благословляйте проклинающих вас. Любите врагов своих. Вот здесь как раз, раз это Господь попустил такую ситуацию в вашей жизни, это экзамен для вас. И вы должны сдать его хотя бы на четверочку. А это значит начать действовать по Евангелию. Раз в Евангелии это написано, молитесь за враги свои, да? То есть, тогда вы начинаете просто усердно за него молиться. Прям имя, пишите за него сорокаусты, здравие, начинайте сами молиться, сделайте несколько поклонов за него. Господи, прости раба такого и меня грешного. Господи Иисусе Христе, сделайте, то есть усилие волей, вы начинаете молиться за него. Может быть, будет представляться и противно сначала, потому что мысли будут путаться. Враг не хочет вашего примирения в душе, потому что это его козырная карта. Как же вы попадете в Царство Небесное, когда у него в руках, в его колоде 5 тузов? Один из них – это ваше непрощение. Поэтому надо опередить его. Пока, как говорится, мы еще не идем на суд, то у нас есть возможность примириться с соперником своим. А он для вас сейчас соперник в духовном плане. И вы должны совершить это, уже начиная прямо с сегодняшнего дня. И вы увидите, как благодать Божия, которая Господь ведь именно этого и ждет, вот этого исполнения. То есть вы из Евангелия вы познаете, как это сделать. То есть вы, Евангелие – это наша подсказка, это наш такой черновичок, это наш такой, вот как у, когда приходишь на экзамен, да, такой вот шпаргалочка такая вот. Как поступить? Экзамен вы сдаете, вас обидели. Как поступить? Ну, сердце скажет, ну, там, дать... Это... 4 варианта ответа. И один из них только правильный будет, да? Это помолиться за врага своего. Просить сразу невозможно человека, потому что мы сами человеки. Как я могу сразу простить? Я же не святой. Поэтому первое у меня вспыхивает это гнев, там, опираясь на мою гордость, опираясь на мои какие-то свои тщеславие и так далее. Оно будет, как это вы меня обидели такими словами еще и так далее. Принесли мне убыток. Все, вот это мое человеческое возмущение. А тут же надо включить антивирусник, да, это Евангелие, которое должно опережать наши мысли. Мысли даже не наши иногда, а мысли врага, который нам подсовывает эти мысли. Он так хитер, что играет с нашим умом, как кошка с мышкой. Вот, и поэтому он подбрасывает нам эти мысли о том, что мы должны вот так поступить, и мы поступаем именно так. Но Христос поступил бы по-другому. Опередите эту мысль, спросите, а как бы поступил Христос в этот момент? А как он поступил? Как в Евангелии написано? А где взять Евангелие? Открываешь Евангелие, читаешь и понимаешь. Ты тогда начинаешь молиться, и происходит метаноя ума, изменение ума. Вчера ты на него кричал, а сегодня за него ты молишься. В этом и есть прогресс духовный. Это хороший ответ, потому что ведь у нас же получается еще такая вещь интересная. У нас есть, знаете, такая бытовая ненависть. Когда вот ненависть, то есть мы там говорят о том, что еще от ненависти до любви или от любви до ненависти один шаг. Так. В общем, правильная вещь, потому что как бы, когда вот мы говорим от любви до ненависти один шаг, то от ненависти до любви 100, 1000, 200 тысяч шагов. Но интересно, вот знаете, я однажды последовал этому совету и начал молиться за человека, который просто вот вызывает у меня, вызывал. Ну, не просто резкую антипатию, но страшное раздражение, потому что этот человек приносил постоянную, ежедневную просто вот боль, потому что этот человек просто... Ну, и так далее. И я понял, что смириться с этим никак нельзя. Потому что иначе мне придется этого человека просто, ну, прийти и, не знаю, там, набить ему лицо. Я понял, что я не могу этого сделать.
И я начал молиться. Поначалу, действительно, как вы правильно сказали, было ощущение лжи внутри меня самого, потому что я не могу. Но после того, как действительно я подумал о том, что этот человек, вот просто за него, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. И вот, да, стала ситуация меняться. И самое-то смешное другое. Человек стал меняться тоже. Человек начал меняться. И тогда я понял, что это никакой не магизм. Это никакие не чики-брики. Это совсем... живое Евангелие. Да. В действии. В действии. Это живое Евангелие. Это Евангелие начинает работать. Да. Это самое главное. Чтобы научиться этим жить, как раз мы должны его изучать. Но это счастье, что у меня один такой человек. А если я потом вспоминаю литургию, и как мы молимся во время литургии, и если мы вдумаемся в те тексты, которые мы слышим, но не думаем о них, то, наверное, тогда вообще, наверное, просто каждую литургию мы выходили бы из церкви примиренные. Но вот в этом случае, возвращаясь к вопросу о том, в чем каяться, должен ли я каяться в тех грехах, смысл которых я не понимаю, но которые прописаны в том числе в пособии «Как нужно каяться»? Я думаю, что книги, которые переписывают уровень грехов, их можно не читать. Грех познается не чтением этих книг. В комнате темной невозможно разогнать темноту, гоняя за ней с белым там покрывалом или там разгоняя там кыш-кыш. Только свет, свет Христов, который освещает всех и вся, он может аккуратно приоткрыть тебе тайну твоего грехопадения. Как любящая мать, она не, когда включает свет, она глазки закрывает ребеночку, да, чтобы ему не сразу глаз попадал свет, потому что он будет жмуриться, плакать. Так и Господь, Он призакрывает как бы наши глаза на внутренние наши, и мы бы ужаснулись, если бы мы все бы увидели бы в одночасье себя, вот этого ужасного человечка в себе, который живет, и который я всю жизнь кормил, поил, лелеял, и вдруг я его увидел воочию, я с ним... Вот, и все, понимаете, я бы с ума бы просто сошел бы мгновенно от уныния, от всего этого ужаса. И поэтому здесь происходит такое, знаете, какое-то раскопки. Раскопки такого города, которым когда-то был, может быть, красив, потому что, когда мы были крещены, мы были сыновьями Божьими. Когда нас крестили, мы стали... Он усыновил, мы были святыми, без дел. Мы были святыми юношами, детьми, маленькими. У нас ореольчик, вот этот, который пишется на иконах, он присутствовал в том мгновении, когда я был крещен. Помазание миром святым, Духом святым, да, вот этот печати Святого Духа, они почивали на мне, и я был святым. Но потом постепенно, вся святость уходила. А потом, мало того, я ее начал, вот как блудный сын, продавать направо-налево, расточать ее с понятными с кем. И вот потом, вот, оказавшись уже в такой не просто духовной нищете, а полной непонимании своего происходящего, когда ты начинаешь, что я здесь делаю? Что я здесь делал? Как я оказался на этом месте? И когда человек осознает свое глубокое падение, начинается искание выхода. Это как мышь в мышеловке. Она ищет, где выйти. Она ищет, куда нырнуть, куда убежать. А выход один. Это Христос. Клетка открыта. Мы сами в этой клетке сидим. Мы закроемся. Мы ее уже реставрировали, свою клеточку. Мы уже там повесили даже иконочки. Но мы сидим в ней. Мы не выходим из нее, потому что не это главное, что мы сделали снаружи. А главное, что у нас будет внутри. И этот выход из этого свиного положения, выходя к Отцу, мы должны знать Евангелие, чем это закончится встреча. Мы не должны бояться исповеди. И вот исповедь начинается именно с осознавания своего грехопадения.
вот по этому поводу есть у меня вопрос. Ведь у нас очень интересная штука. Никому не нужно об этом говорить, но просто все знают об этом. Мы приходим перед литургией. И на исповедь стоит много людей. Священник один. И хорошо еще, если есть там два священника, которые принимают исповедь. Но даже в этом случае до «Отче наш» идет исповедь. И мы исповедуемся, но при этом, при всем, как бы даже получается, мало присутствуем при богослужении. Потому что времени нет. Вот вы мне ответите на вопрос о том, как нужно, когда нужно исповедоваться Великим постом, и можно ли исповедоваться вне литургии или до, там, в другие дни, сразу после того, как мы ответим на последний наш телефонный звонок в этом эфире. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Здравствуйте, отец Олег и Игорь из Москвы. Коротко, Глеб Борисович, как правильно называть грехи на исповеди? Спасибо большое. Еще раз вопрос. Грехи на исповеди. Грехи на исповеди. Как правильно называть грехи на исповеди? А, я понял вопрос там, да. Отче. Каждый грех имеет свое имя. Да, вы правы, абсолютно. И вот здесь мы подходим к той лестнице 10 заповедей, о которой говорит Иоанн Крестьянкин, да, архимандрит, который построил опыт исповеди по этим критериям. Вот. Но он начинает с первой заповеди. Сразу же, как бы улаживая человека в такое состояние, что вот я Бога не люблю, как я вам сказал, как я исповедовался, тогда как бы я подумал, что а если начать с последней заповеди? А если начать с малого, то есть как бы как раскопки, да, вот потихонечку очищая то сокровище, которое было заложено при крещении, тот образ и подобие, тот образ, который нам Господь дал в наше сердце. И вот первая, 10-я заповедь, там, не пожелай, не завидуй. Вот начнем с малого. А разве я не завидовал? Разве я не желал чужого? Начинаю вспоминать, Боже мой, он там, то-то. Вот первое, вот увидели в себе это, вот оно уже пятнышко, как будто бы у тебя пятно грязи на твоей душе, а душа чистая, это вообще просто красота необыкновенная. И вот эту пятнышко держишь, ага. Можно записать, очень хорошо записывать грехи свои, так, ну, чтобы никому не показывать, кроме священника. Запишите, чтобы не забыть. Я позавидовал. Вот. Зависть. Не надо рассказывать, не надо там, кому-то в такое-то время там сидел за чашечкой чая, посмотрел телевизор и увидел там Rolls-Royce в кинотеатре там, и так далее. И вот позавидовал. Только был бы у меня такой Rolls-Royce. Да. Вот здесь просто мое сердце упало в зависть. Потом дальше. Не обманывай. Да? То есть, и переходим дальше. Не обманывай, не кради, не прелюбодействуй. Не лжесвидетельствуй. Да, это там. И вот с нижней потихоньку поднимаемся по всем заповедям почитания Отца. И вот рассмотрите свой день именно в этом ракурсе. Это будет калькой, это будет вашей шкалой. И она сама вам подскажет, где вы согрешили. Если ты почитаешь родителей своих, любишь их безгранично, отвечаешь на их звонки, приезжаешь к ним, в этом каяться не нужно. Но если в сердце твоем находится, ну вот опять мама звонит, вот опять надо ехать туда-то, вот это и есть как раз грех. Он совершается в сердце, потому что мысль, которая опережает действие, мысль, помысел, который опережает наши действия, я еду, но нехотя. Я иду, я жертвую, но не желаю жертвовать так тихонечко, там, так лишь бы отстали. Вот это внутреннее мое «я». Вот это, вот, я оправдываю себя при этом. Да, вот это нужно из себя вытащить. Вот этого грязного, никчемного, ненужного человечка нужно вытащить и показать его Христу. Господи, избавь меня от него. Избавь меня от этих грехов. Вот забери, потому что Господь для чего пришел? Он взять грехи пришел наш. И взял их на крест. Он взял, прибил это рукописание руками язычников. Он прибил ко Христу, чтобы мы не срывали эти грехи снова. Они на кресте находятся. Вы как хорошо это об этом сказали, потому что вот у нас сейчас просто завтра у нас Вселенская Родительская Суббота. И вроде бы день, когда мы будем, ну, так, в
с хорошим сердцем будем вспоминать своих близких. И не только близких, но и всех в вере православной скончавшихся. Это великий праздник. Но при всем при этом, вот как раз я так понимаю, что завтра мы вот должны будем свое сердце-то как раз это в этом смысле еще исповедовать. И таким образом. Но вот если дальше-то самое главное, о чем говорит отец Иоанн Крестьянкин, и Евангелие говорит, если мы можем добраться до последнего, вернее, до первого греха. Да, это будет тяжелая работа. Поэтому мы нам не нужно испытываться в тех грехах, которые мы не понимаем. Иногда ты не чувствуешь за собой греха, если ты сказал громко своим детям, а они на тебя обиделись. Мы иногда не чувствуем обиды своей жены, когда мы ей в чем-то ее упрекнули. Недосоленный суп. А она обиделась. Угу. Ведь это тоже грех, да? Если так глубоко рассмотреть, мы же обидели человека. Чем? То, что суп не соленый. Ну, потерпи ты суп, но а ты подумай. Досоли. Да, досоли сам. И вот здесь вот происходит как раз, когда ты этого не видишь, это ты, значит, ты еще пока слепенький, пока ты еще не видишь, ты каешься в больших таких грехах своих, там, да, в том, да. другом, там, посмотрел кино там, и так далее. А вот мелких грехов. А ведь как раз-таки в этом-то вся и суть увидеть себе вот эту мелкую грязь, вот эти вот мелкие крапинки, которые затмевают, потому что из мелочи из этих составляет наш характер. Из мелочей, вот в мелочах проверяется как раз человек, именно вот в таких мелочах он проверяется. Если ты можешь все время улыбаться, один раз ты просто сделаешь... то это все. Это будет показано, что ты все время улыбался просто, ну, так. Это неправда. Поэтому бывает, человек падает, бывает, человек грешит против тебя, но мы должны это воспринимать за попущение Божие. Мы должны понять, что он сейчас в этот момент, он лишился благодати. Он лишился благодати, которую поддерживал как вожжи, поддерживает малыша, который ходит, и вот такие вожжи носит его. Он думает, ну, это я сам хожу. Топ-топ-топ-топ. А это его папа держит просто на вожжах и радуется. А малыш-то смеется. Это я пошел. Так вот эти вожжи папа отпустил, он тюк носом. Нос. Вот. Больно. Нету папы. Нету папы. Благодать кончилась. Надо срочно искать благодать. Значит, мы что делаем? И покаяние. Покаянием отверзи нам, Богородица, до двери царские. Угу. То есть мы начинаем покаянием привлекать себе благодать. Ведь мы не можем сами с этими грехами справиться. Мы для чего приходим исповедаться? Чтобы получить прощение, чтобы получить благодать, которая даст нам возможность. Это лекарство. Благодать – это сверхлекарство против греха. Мы благодатью спасены. Не просто нам прощаются грехи, мы в этой благодати начинаем творить все новое, мы радуемся, мы торжествуем, это торжество православия. Рождается новый человек в покаянии. Да, он может потом снова упасть, но именно об этом идет речь у святых отцов. От падения до падения идет человек к Богу. И не отчаивайся, держи свой ум в аде, как говорит Силуан Афонский, но как бы принижая себя, что ум мой всегда будет понимать свое греховное состояние, а душа будет рваться к Господу. Ну еще, вот, знаете, очень мало времени, но вот Великий пост и благословите наших телезрителей на такое доброделание Великого Поста? Это великое счастье. Я жду Великого Поста просто как манна небесная. Для меня это просто начало новой жизни. Я через пост пришел к вере. Пост освободил меня от многих лишних фобий, страхов. Я в посту познал любовь Бога. Пост является сильнейшим действием для души. Он утончает наше тело, вот такое утончает, он становится, тело становится послушным. И только через пост и молитву мы можем взлететь хотя бы немножко, так приподняться над землей. Птица имеет два крыла. И Святая Церковь говорит, что это пост и молитва. Помощи вам Божией в посту. И помните, что пост является
сугубо личным отношением к своему телу. Не нужно делать из него разных таких моментов уклонения там, или так далее. Берите благословение у священника. Он знает ваши силы. И самый лучший пост. Поменьше смотрите рекламы. Отец Олег Патрикеев был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое и всего вам доброго. До свидания. И, конечно, спасибо вам большое за ваше милосердие и ваши молитвы. До свидания.